В школе номер 5 города Торжка прошла торжественная церемония открытия памятной доски Герою России, летчику-полковнику Василию Петровичу Клещенко, который погиб в бою 15 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции. Напомним, что учебное заведение носит имя героя, в ней учится младшая дочь и племянник Василия Клещенко. Они присутствовали на церемонии открытия. Почтить память героя пришли представители правительства области, сослуживцы, школьники и простые горожане. На открытии мемориальной доски Героя России Василия Петровича Клещенко в школе номер 5 города Торжка пришли родные и близкие летчика, учащиеся школы, юнормейцы, сослуживцы и простые горожане. Напомним, что он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции в апреле 2022 года. Решение присвоить школе номер 5 города Торжка имя Героя России Василия Петровича Клещенко было принято еще на заседании регионального правительства в августе 2022 года. Вдова героя Наталья Клещенко отметила, что в школе учатся талантливые ребята, работают опытные педагоги, которые помнят и гордятся подвигом Василия Петровича. Василий Петрович был очень честным, справедливым, отзывчивым человеком. И я не побоюсь этого слова, он действительно был патриотом своей страны. И я надеюсь, что все дети этой школы будут с честью, гордостью и достоинством носить имя моего супруга. На церемонии были также представители городской и региональной властей. Заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов зачитал послание губернатора. Подвиг Василия Петровича в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил Российской Федерации в летопись славы Тверской области. Уверен, что педагоги и учащиеся вашей школы, носящие имя Василия Петровича Клещенко, продолжат выдающиеся традиции патриотизма, верного и беззаветного служения Родине. Присутствующие почтили память героя минутой молчания, а затем возложили к мемориальной доске цветы. Сам Василий Петрович часто бывал в школе номер 5. Там есть отряд юнармии «Беркут», который курирует 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава, где служил Клещенко. 1100 детей теперь носят имя Героя России. Мои ребята знают его. Для нас это легенда, это человек, который отдал свою жизнь для того, чтобы мы жили. Я знала Василия Петровича, знала его со стороны вот настоящего командира. Это учреждение с отличием окончила его старшая дочь. Она пошла по стопам отца и поступила в военный вуз. Сейчас в школе учится младшая дочь и племянник героя, который также состоит в отряде юнармии. Гордились мы им всегда. Я очень горд, что в нашей семье есть такой мужчина. Был, к сожалению. Хочется брать с него пример. Я сам очень давно хотел стать летчиком, продолжить военный род свой. Напомним, полковник Клещенко был награжден множеством медалей. В августе 2022 года указом президента за мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.